сопоставив и проверив представленные стороны обвинения доказательства подсудимого крупного совершения преступления по предусмотренной части 6 статьи 290 УК РФ, приходит к выводу, что установив факт получения крупного денежных средств в размере 17 миллионов рублей, действием крупного дана неверная юридическая оценка. Сам по себе факт руководства деятельностью Министерства здравоохранения правительства городской области на основании постановления губернатора городской области номер 632 20.08.2013 года, приведенного выше, при отсутствии других доказательств не свидетельствует о наличии крупного возможности влиять на заключение контракта. Более того, судебное заседание свидетель Шкарин, занимающий должность министра здравоохранения правительства городской области, пояснил, что никаких указаний в связи с заключением контракта прямого патологического центра ему Пушкин не давал. Процедура заключения контракта является гласной, и согласование контракта проходило в различных министерствах правительства городской области, к которым Крупнов никакого отношения не имеет. Суд приговорил Крупного Павла Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначен ему наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Крупного оставить в виде домашнего ареста до вступления настоящего приговора в законную силу. Сторона государственного обвинения не устраивает приговор в части, как квалификация действий подсудимого по статье часть 4, статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, так и мере назначенного подсудимого наказания. Окончательное решение об обжаловании приговора будет принято после его поступления в прокуратуру области.